Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим омлет из двух яиц. Первое, что нужно сделать, это мелко-мелко порезать лук. Чем мы сейчас и займемся. Нарезав лук, убираем его в какую-нибудь емкость. Далее приступаем к нарезке помидора. Помидор будем резать тоже как можно мельче. Порезав мелко помидор, убираем его в ту же емкость к луку. И после этого нам понадобится немного перца. Его мы также разрезаем на мелкие кусочки. Нарезав перец, мы отправляем в ту же емкость. Куда разбиваем 2 яйца. Далее добавляем соль по вкусу. Полторы столовые ложки муки. И все это тщательно перемешиваем. Тщательно все перемешав, добавляем немного масла на сковороду и разогреваем ее. И после выливаем содержимое нашей емкости на сковородку. И немного распределяем по сковороде. Через некоторое время переворачиваем на другую сторону. Спустя примерно 2 минуты мы выключили газ и дали постоять омлету еще 30 секунд. И наш омлет готов. Теперь мы его перекладываем на тарелку. Вот такой омлет у нас получился. Омлет получился очень вкусным, в нем чувствуются все ингредиенты, которые в него добавлялись. В него ушло совсем немного продуктов, и его очень быстро приготовить. Пробуйте, это вкусно! Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, также не забывайте про колокольчик. Всем приятного аппетита! До новых встреч!